Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил залететь на Вандеркейс. У меня на балике 66741 рубль. Этот балик у меня остался с последнего видоса. Он был на канале Никелар. А на этом канале мы подняли плюс 14 тысяч рублей. Там что-то у нас было 54 тысячи рублей на балансе. Потом я в этот же день записывал второй ролик на свой второй YouTube-канал, где мы подняли еще плюс 12 тысяч рублей сверху. То сегодня мы поднимаемся с 66 тысяч рублей. И надеюсь, мне Вандеркейс планирует дальше также хорошо выдавать. А полетели со старта кролик, но это уже традиция, начинает с данного кейса, вы все знаете, 5 штучек на 5950 рублей. И в идеале, прям в начале видоса хорошо окупаться, но как будто если поток информации падает... А, нет, кстати, ни хрена не плюс. Я думал, если поток информации упал, то все, это 100% плюс, но нет, к сожалению. Так, ну вот здесь скар падает неплохой, но в общем это опять, сука, минус, неприятное. Еще 5 штучек, maybe. Уже пора выходить в плюс, отлично, 10600. Мы со старта видоса поднимаем плюс 3000 рублей к балансу. А самое главное, это как раз начать ролик в плюсе. Ибо как видос начнешь, так вы закончите, но вы все сами прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на Вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промокод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. А депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на Вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на все соцсети и получить сверху 12 рублей. И получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятно. Так, ладно, мы полетели дальше открывать кейсы. Давайте сейчас тронем какую-нибудь пипега 5 штучек на 15 тысяч рублей. Но у меня балик большой, то я могу себе позволить сегодня порисковать. Но падает что-то как-то прям печально, да, 8700. Давайте еще 5 штук, может, со второй попытки. Тоже говно, а может уже пора хоть что-то выдавать. Ну вот, неплохо. Но 15800 плюс косаря, до этого мы 2 раза по 8 сливали. Это жесткий минус. Алло, можно мне еще что-нибудь выдать? Ну вот нормально. Ну 15, ну нет, не нормально, ни хрена, мы в минуса. 17, еще 5 открываем. Так, поток информации, 11 тысяч. Но не, пипега меня сегодня почему-то жестко сливает. Хотя вот, ну вот сейчас первый раз более-менее выдал. Давайте еще 5, перчаточки неплохо, 11300. Ну давайте продадим, еще 5 откроем. Может какое-нибудь чудо произойдет, он мне сейчас как насыпет хорошо. Еще 5 штук. Ну не, ну вы посмотрите, он меня сливает. Что-то пипега. Вот, СГ бульдозер. Ну вот это хорошо, ладно, 25 тысяч. Нормально, ладно, мы более-менее камбэкнулись. Но вначале пипега прям супер хреново выдавал. Давайте сейчас рискнем один перчаточный за 11 900 рублей. И в идеале покоритель гор, чтобы нам падал. Отлично, перчаточный мне выдает, причем очень хорошо. И на балике уже 76 тысяч рублей. Мы только начали видос, а уже подняли плюс 10 кусков к балансу. Вот это узнаю Вандеркейс. Так, хорошо. Сейчас давайте магнат. 5 штучек на 13 тысяч рублей. Ну, магнаты, ты мне будешь выдавать? Отлично. Нам падает 20-ка, пацаны. Мы сейчас... Погодите, мы уже сейчас можем сделать плюс 20 тысяч рублей к балансу. Давайте Rolls-Royce, 3 штучки на 12 тысяч рублей. Но говнецо упало. Хотя нет, 12600, нормально, еще 3. Так, ну вот это уже говно, еще 3. Может быть, все-таки выдашь. Так, 15 тысяч, давай еще 3. Я хочу 86 кусков на балансе, чтобы мы уже сегодня по-любому зафиксировались в плюсе на 20 тысяч. Кстати, у меня уже столько было, но я зачем-то еще крутанул. Это не было в моих планах, честно вам скажу. Еще 3. Родной, вот, багровое цветение неплохо, 19. Давай еще 3, пока все равно плохо. 13, ну ты мне выдаешь плюса, но пока что не то, что я хочу. Можно мои 86 тысяч, которые уже были на балансе, просто вернуть? Нормально, на балике уже 87 тысяч рублей. Но пацаны, за 5 минут записи у вас монтажом это еще меньше. Поднять плюс 21 тысячу рублей к балансу. Ну вот такие ролики мне прям вот безумно нравятся по всем сайтам, особенно по Вандеру. Так, ладно, давайте сейчас боскоин покрутим. Этот кейсик иногда тоже может хорошо выдавать. Но сейчас вроде как говно. Хотя нет, плюс 25 рублей, не так плохо. Вот это... 6400, это минус на 50 рублей. Так, 5750. Можно вот этот P250 цифровой архитектор. Он тут, я не знаю, где он здесь лежит, но стоит он до хрена. Во, вот этот. Я хочу его выбить, пожалуйста. Ну да, 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 спасибо. Одни по 2000 падают. Ну вот сейчас хорошо, кстати, 7400, еще 5 штучек. Вот, вот, он стоит до хрена. Ну, кстати, 5200, раньше он стоил дороже. Мне кажется, сейчас он упал в цене. Ну давайте, ладно, еще 5 штук. Я хочу в идеале пробить 1090 на этом кейсе. Я не знаю, как будто бы сегодня уже надо пытаться делать сотку, а с другой стороны, как будто на сотке меня Вандер... Ну, короче, чую подвох. Если я пойду пытаться подниматься до 100 тысяч рублей, есть ощущение, что он меня просто сольет. Вот прям вот
такое уверенное ощущение, если честно. Так, ну он тут меня уже сливает. Может, пора выдавать? Так, 9500. 88 тысяч рублей на балансе. Давайте попробуем один на живой за 15 900 рублей. Но если мне перчаточный выдал, следовательно, хоть один на живой. Мне тоже должен сегодня выдать, да сука. Зачем ты перекатываешься? Ой, апгрейд до 16 тысяч рублей, чтобы отбить то, что мы потратили на кейс. Шанс 48%, ну, в принципе, неплохо. Можно, пожалуйста, выиграть. Пожалуйста! Ну да, 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 естественно, пару миллиметров не хватит. Ну, пойдемте еще открывать перчаточный. Он вроде сегодня нацелен мне выдавать две штучки. Ну да, да, это тоже меня сливает. Кровяное давление это плюс. Ну, мы почти все, что подняли... Ну, хотя, ладно, вот сейчас выдал. Ну, вообще, все, что подняли, мы слили почти. Это меня расстраивает. Мы уже в минусе, вы понимаете, мы в минусе, а перчаточный меня дальше сливает. Бля, ну вот надо было просто вот реально зафиксироваться в плюсе на 20 тысяч и не играть как дебилоид. Но я так... Во, ладно, хорошо упал. Но я так просто не умею делать, к сожалению. На живой также по две штуки крутим. Вот, ну ладно, 30... Ну хотя... Ну да, ладно, нормально, еще два. Вот, хорошо, еще 35, так, нормально. На балике 7-6 тысяч рублей. То есть мы от первоначалки в плюсе на 10 кусков. И, в принципе, это более-менее меня устраивает. А давайте сейчас еще покрутим Balenciaga. Попробуем пробить 80 тысяч рублей. Потому что этот кейсик обычно хорошо выдает. Получится? Хорошо. Не получится, хрен с ним. Я уже в минус уходить не буду. То есть заигрываться сильно точно не собираюсь. Так, падает 6-100, хреновато. Еще 5 штук. Но опять говно, еще 5. Ну не, ну как будто без шансов. Ну не дает. Но опять мы вернулись к тому, с чего начинали, сука. 8 тысяч, счет 5. Так, Наваха. Ну ладно, кстати, 12 тысяч, неплохо. Так, окей, Balenciaga, конечно, в общем, меня все равно слил. А, давай, Lamborghini, 5 штук на 10 тысяч. Ну ты-то можешь мне вылить? Ну не, говно. Еще 5. Ну опять говно, по ощущениям, да, 8 900. Да сука, ну что сегодня? Ну так хорошо начал ролик, а потом все пошло где-то по одному месту. А, ладно, давай, плюс 4 тысячи еще делаем, чтобы у меня на балике было 76 тысяч рублей, и я заканчиваю видос. Можно вот так вот, пожалуйста? И все, и правда, вот 76 тысяч рублей на балансе, и я заканчиваю. Так, 74, почти. А, давайте сейчас попробуем. А, Человек-бензопила давно не открывал этот кейс, а он такой стабильный, хороший, обычно окупает. 5 штучек на 300, но это минус, еще 5 штук. Сука, 5 минус, нет, Человек-бензопила хреново окупает. Ту-ту-ту, Rolls-Royce, 5 штук на 20 тысяч, давай. Пожалуйста, я тебя прошу. Ох ты, сука, какой же ты говно выдал, еще 5. Ну, ножики, ну, неплохо, 27, какой-то камбэк, еще 5. Багровое цветение, удар кобры, мы продаем на балике 80 тысяч рублей. Все, пацаны, давайте останавливаться. Я сегодня что-то очень много рискую, а меня вот эти вот качели, то я жестко в минусе, то я жестко в плюсе. Ну, они прикольные для видоса, но лично для моего морального состояния они не очень прикольные. Мы сегодня подняли плюс 14 тысяч рублей к балансу. Я считаю, это тоже вполне солидный результат. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на Вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод НКЛР и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также не забывайте про бесплатный кейс за регистрацию на сайте. Ссылочка на Вандеркейс есть в описании под видео. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятно. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такой красивый камбэк в конце, за то, что мы пооткрывали сегодня уйма дорогих кейсов. Но, пацаны, с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.